Петропавловске продолжаются мастер-классы по дебатному движению. Участие в тренингах принимают активисты комитетов по делам молодежи колледжей области и Североказахстанского государственного университета. Моя коллега Ирина Панфилова посетила одно из занятий и выяснила, какими качествами нужно обладать, чтобы грамотно отстаивать свою точку зрения. Большинство сидящих в аудитории к дебатному движению не имеют никакого отношения. Опыта в ведении интеллектуальных споров у этих представителей поколения Next пока нет. Все впереди, уверен тренер Олжас Ильжанов. Для того, чтобы стать дебатером, первостепенное, на мой взгляд, качество – это перестать бояться говорить на самом деле. Потому что у каждого человека сидит разговорный мастер, который рано или поздно должен вырваться на свободу. Я считаю, я абсолютно убежден, что дебаты – это такая игра, которая помогает раскрыться человеку. Разговор о форматах и регламентах дебатных турниров для участников мастер-класса нов, а потому интересен. У них появилась возможность научиться быстро анализировать проблему и отстаивать свою точку зрения, применяя вербальные и невербальные способы общения. Навыки, которые будут полезны каждому. Кстати, подобный тренинг в регионе проходит не впервые. В июле азы дебатного искусства уже освоили 25 молодых североказахстанцев. Примерно столько же пройдут обучение в августе. Мастер-классы проводятся с целью, чтобы научить ребят четко и ясно аргументировать свою точку зрения, как бы навершать все свои мысли, также раздать умение принимать решения коллегиально. Это делается с той целью, чтобы в будущем, впоследствии, сформировать группу дебатеров, которые будут участвовать уже в областных соревнованиях. Чтобы принять участие в мастер-классе, Динаре Кашиновой пришлось отложить немало дел. Девушка надеется, что время не будет потрачено впустую. Желание дебатами заниматься было еще в университете, когда училась. Очень интересно, но когда учились в университете, такой возможности не было. Пообещали в сентябре провести следующий этап, и думаю, там тоже примем свое участие. Пробные дебатные турниры среди активистов комитетов по делам молодежи Североказахстанского государственного университета имени Манаши Козыбаева и колледжа области организаторы мастер-классов планируют провести в сентябре-октябре. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, новости МТРК.